сегодня на международной выставке «Россия» целый день посвящен нашему региону. Вот так и называется день Бурятии. Смотрите, вот она, наша площадка. Байкал, Юрта. Вот минуту на минуту все начнется, потому что уже готовы в дизайнерских нарядах встречать гостей. Вот первые гости, я смотрю, уже улыбаются, впечатляют, да? Ну что ж, это небольшой анонс. Сказала, все начнется, народ уже начинает собираться. Сегодня здесь будет проходить мастер-класс, сегодня здесь будет проходить розыгрыш путевок. Ну и к тому же, конечно же, здесь будет подписано несколько соглашений, которые будут большие перспективы для развития нашего региона. Мы на самом деле можем с высоты птичьего полета посмотреть на озеро Байкал, степи, горы, в общем, вся красота родного края. Мы можем регулировать вверх и вниз, ну и к тому же параллельно экскурсию ведет аудиогид. Здесь есть целая электронная книга о наших достижениях за последние 5-6 лет. Смотрите, мы ее листаем. Что у нас здесь построено в сфере образования? Так, здравоохранение. То есть просто листаешь и читаешь. Вот культура. То есть можно подойти и познакомиться. Так и называется книга достижений. Только красиво.